Среднегодовая инфляция в Молдове в 2024 году составит 4,7%, а в 2025 – 5,3%, заявила глава Национального банка Молдовы Анка Драгу, представляя отчет об инфляции в нынешнем году. По прогнозам НБМ, с 2024 по 2026 год инфляция в Молдове будет колебаться в пределах цели. Драгу также отметила снижение инфляции в первом и втором кварталах нынешнего года. В период с апреля по май 2024 года продолжилась тенденция к снижению годового уровня инфляции. Он временно вышел за пределы диапазона в плюс-минус 1,5% пункта от цели в 5% и вернулся в этот диапазон в июне. Таким образом, среднегодовой уровень инфляции во втором квартале этого года составил 3,5%, что на 0,8% пункта меньше, чем в первом. Нисходящая траектория инфляции во втором квартале этого года поддерживалась слабым внутренним спросом, который оказал дезинфляционное давление на цены. Дезинфляционное давление по-прежнему определялось динамикой цен на продовольствие на международном рынке, внутренними ценами на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, а также снижением некоторых тарифов. Однако НБМ прогнозирует изменение тенденции. В ближайшие месяцы стоит ожидать возвращения инфляции к целевому показателю в 5%. Вчера Национальное бюро статистики опубликовало данные по инфляции за июль этого года. Инфляция составила 4,8%. В настоящее время мы анализируем опубликованные цифры, чтобы сделать соответствующие выводы. Тем не менее, на первый взгляд можно сказать, что годовая инфляция выросла из-за повышения регулируемых тарифов и роста цен на продукты питания. Прогнозы Нацбанка зависят от ряда факторов, зачастую непредсказуемых, поэтому оценки могут меняться. Так, например, прогнозируемый уровень инфляции в 2025 году, указанный в представленном 13 августа отчете, на 0,7% пункта больше, чем в предыдущем. Драгу объяснила, что на прогнозы повлияли засуха в Молдове, а также изменения тарифов на энергию.